сцену Гришу. Гриша, ты где? Гриша. Ну, Гриши сегодня нет, а вместо него споет сегодня. Возьми, пожалуйста, микрофон. Наташа Королева. Сиськи вылезли. Сиськи у нее вылезли. Слушайте, мне такую жену с такими сиськами. Что мы сегодня будем петь, девушка? Как я вижу. Она выглядит просто потрясающе. Я правильно видно вопрос? Нет, неправильно. Что мы сегодня будем петь? Песню. Она будет петь песню. Ты что, блондинка? Я крашеная блондинка. Она крашеная блондинка. Так что мы сегодня будем петь, девушка? На фильмах «Бриллиантовая рука». «Бриллиантовая рука» – это если на фильмах. А как песня называется? Песня называется «Вот того». Вот того. Именно того, которого я не объявил, а который я, сегодня ставит. Я вспомнила. Ты вспомнила, наконец-то. Помоги мне. Помоги мне. А те, кто нам помогает, и тут же наш Боря Орлов и Растамакс, дорогие ребята, которые нам помогают сегодня проведение нашего конкурса «Коробка со звездами». Thank you.
так он спел. Оценивал он вокал. 5, 3, 4, 5, 5, 5. Потрясающие баллы. Артистизмом, пожалуйста, как подожури. Так я и думал. Все пятерки.